Здравствуйте, вы смотрите Market Watch, в студии Дмитрий Кучер. Итак, в сегодняшнем выпуске. Перспективы рынка нефти, прогноз ОАСР на 2021 год, укрепление сырьевых валют и закончим инфляцией в США и запасами нефти. Итак, сегодняшний выпуск начну с рынка черного золота. Цена на американскую нефть эталонного сорта WTI достигла психологической отметки в $70 за баррель, обновив максимальное значение с 2019 года. Все это произошло благодаря неожиданному решению картеля и его союзников по сохранению квот на добычу нефти. При этом спрос на нефть продолжает увеличиваться, тем самым способствуя появлению дефицита. Мы регулярно получаем оптимистические прогнозы о росте мировой экономики в 2021 году, что неизбежно приведет к увеличению физического спроса на нефть. К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала отчет, согласно которому мировой ВВП уже к середине 2021 года превысит докризисный уровень. Таким образом, дефицит на рынке черного золота будет увеличиваться, что в свою очередь приведет к значительному уменьшению запасов. Поэтому не следует исключать вероятность дальнейшего роста цен на нефть в ближайшие несколько месяцев. Теперь более детально поговорим об опубликованном прогнозе ОАСР на 2021 год. По мнению аналитиков организации, Индия станет самой быстро растущей крупной экономикой в мире, демонстрируя 12,6% роста, в то время как ВВП Китая и США увеличится на 7,8% и 6,5% соответственно. Столь оптимистичный прогноз уже положительно отразился на динамике торгов сырьевых рынков, а также ключевых американских фондовых индексов. Смещаясь на валютный рынок, отмечу отсутствие ажиотажа и достаточно низкую насыщенность новостного фона во вторник. В первой половине дня наблюдали умеренное укрепление сырьевых валют, таких как австралийский, новозеландский и канадский доллар. Но без значительного ослабления американской валюты рассчитывать на дальнейший рост валют сырьевого сектора не приходится. Поэтому лишь сегодня, во время публикации отчета по инфляции в США, торговая активность может заметно увеличиться. Даже незначительное превышение прогнозируемых темпов роста инфляции в США, особенно годового значения, может оказать достаточно сильную поддержку американской валюты. Напомню, что рост инфляции увеличивает вероятность ужесточения политики Федрезерва. Это положительно для валюты и негативно для фондового рынка. Также обращу внимание на предстоящий релиз отчета по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Дальнейший рост запасов способен спровоцировать достаточно сильную волну распродаж на рынке черного золота. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.